Всем добра, чтобы снять файл на Киеву Рио 3. Отключу бампер. Дисболт, саморезы. Выдергиваем и щелкиваем. Здесь отключаем. И получается мы расслабляем. Потому что у нас пара крепится на одном болте здесь, второй и третий. Вот. И все. И отсоединяем фишку. И все, пару выдергиваем. Будем менять линзу здесь. Ставить другую. Чтобы установить такие Рио третью, эти лампочки, это не реклама, нам мешается вот этот колпачок, как его обозвать. Мы откручиваем саморез, его подгинаем, выдергиваем, потом его обрежем вот в этом месте и назад все прикрутим, потому что сразу щелкается сама лампочка. Этап по этапу буду снимать, показывать. Ну вот, мы достали, мы чуть подогнули, потому что он не помещается. Достали. Теперь мы отфилим это место и вот это гнездо на 5 назад прикрутим. Ну все, отрезали, вот это назад прикрутили и вставили, чтобы убрать вот этот блок. Мы сначала блок убрали, потом лампочку вставили. Как бы так. Зонт уже снять, не разбирали ничего фару. Так, подкормил, подумал и достал его через цоколь. Ну что, ребят, все установил. Получается, вот этот зонт, мешал я его, снял, вот там обрезал, крепление назад закрутил. И вот, получается, уже линза стоит. Светит, конечно, уже лучше. С него белый свет. Сейчас покажу, как светит. Светит, прям выделяет четкую полоса. Вот видите, вверху синяя. Прям шикарно светит.